Все, да, все, так, вопрос. Вопрос от Влада. Давай, Влад. И так как у нас времени мало, мы отвечаем в режиме экспрессо. Блиц. Да. О, знаменитый. Вопрос. Чем я могу вам быть полезен? Во. Пожалуйста. Я отвечаю. Быстро. Ты полезен тем, что ты уже даешь возможность нам всем, по крайней мере мне, снимать видео. У меня есть видеокамера, я хочу снимать, да. Да, но этот проект же не просто так мы начали делать. Ну, он хороший. А проект с той точки зрения, что в конце концов будет написана книга, где все мы будем авторами этой книги. Вот. С авторами. С авторами. Авторами автор даже. Ты? Авторами. Нет, нет. Автор, нет. Недалеко как вчера я смотрел наш журнал. Угу. Помнишь? Да. Да. Поэтому твое, вот ты чем можешь быть полезен? Тем, что вот здесь ты вокруг себя, ведая того или нет, создал некое вот такое пространство, которое может нас собирать здесь, чтобы мы какие-то задавали вопросы и пытались найти на них ответы в меру своей компетенции, своего опыта. И это уже хорошо. То есть, по сути, это и есть вот на сегодняшнее как-то время, место, обстоятельства, на сегодняшний день вот это и есть твоя польза. Так сказать, польза. Для меня, в частности, потому что я таким образом себя воспитываю. А тебя люблю, Влад. Спасибо. Поцелуй будет. Издалека начал. Поцелуй будет. Че, моя? Давай. Моя очередь отвечать. Поцелуй. Влад, для меня ты полезен тем, что сегодня у нас состоялось новое и первое знакомство. Спасибо. Вот. Благодаря Роману, да, там, по этому принципу, то, что он говорил там ранее. Если чувствуешь, что это легко, иди. Встретились мы на этой неделе, да? На этой неделе. На прошлой. На прошлой неделе Роман сказал, в баню пойдешь? Пойду. Все, без вопросов. А ожидания какие были? Какие-то все равно были ожидания. Если бы ты задал этот вопрос, когда я сюда зашел, что ты здесь ждешь? Ну, я бы, наверное, ответил, ну, что-то ответил, я сейчас не вспомню, даже что бы ответил. Вот, а сейчас, как это сказать, я даже Рустему уже говорил реплику такую, что, как сказать, результат превзошел мои ожидания. Вот, от этого общения, от этой бани вообще. А хочешь еще этот, дам тебе инструмент или оружие такое, желаемое совпадает с неизбежным? Ну и круто. Вот и как бы я увидел человека, да, который живет в мире ответов, да. Да нет, конечно же. Алексей Борисович. Влад, желаю у тебя сегодня переночевать. И про полезность, ну. Ну хорошо, живот. Ты сам знаешь, какие у нас с тобой. Он опасный. Здесь, в районе. Оказался. Как бы. Ну, связи. Да, да, да. Которые мы делаем на благо детей. Ну, делаем, да. И хорошо делаем, кстати. Да, и хорошо делаем. Но самое важное, конечно, вот мне понравился Леха, ты, блин, просто 5 баллов. Козырная карта. Чем он может быть тебе полезен, да? Переночевать. Нет, я был подготовлен. Да, правильно. А мне здесь все нравится, я жить у вас буду. Кстати, у меня эта мысль меня периодически, так сказать, это тоже нагоняет. Рустем Шамильевич. Я, знаешь, я обескуражен пока вопросом. На самом деле у меня нету ответа. Останешься ночевать или нет? Я как бы задумался, чем может быть мне Влад полезен, да? То есть, но мне, знаешь, как кажется, что вот я постараюсь вот ответить, но в рамках своего понимания, что если жизнь уже свела с человеком, да, то это уже огромная польза. То есть из миллиардов людей, да, в моей жизни, допустим, может быть, 300-400 человек, с кем я могу пообщаться на одном языке, там, да, там. Я вот даже, был определенный момент, когда вот я изучал ведические знания, и там было такое предложение одного из
учителей ведических, он говорит, ну, на начальном этапе не надо, говорит, молитву, говорит, вы, может быть, там другой веры, другой религиозной традиции, а вот говорите, я желаю всем счастья. И для того, чтобы это было более, как бы, лично, вы в момент, когда говорите эту фразу, представляете лицо того человека, которого вы знаете. И ты знаешь, я когда начал это делать, я не набрал 200 человек, и 200 человек я не набрал, вот лицо, вот, например, раз твое лицо, да, например, я желаю всем счастья, и лицо представил. Образ. Ты не образ. Представил, да? Не я не представил и 200. Вот у меня где-то 100 с чем-то. Я выжил все, что я в своей жизни, там, около 40 лет тогда было, да. Я думаю, ничего себе, а людей-то в моей жизни не так-то и много. Я, в принципе, всем, можно желаю, было рубить, я всем желаю счастья, да, но их не так и много. Образ, чей у меня как бы свеж, да, да, который я личность помню. И получается, что... Когда человек входит в чью-то жизнь, он уже априори полезен тем, что он ее обогащает и своей личностью как бы где-то, ну, и поддерживает, где-то ответы дает, где-то вопросы задает, где-то возможности дает какие-то, да. Само по себе уже факт того, что в этой жизни вы пересеклись и у вас как бы позитивные, конструктивные отношения, да, добрые, вот, то это уже как бы польза. То есть и получается, что если так переначивать, что человек сам по себе, стремясь к счастью, да, к гармоничному какому-то общению с миром, он сам по себе уже полезен. Уже полезен. Спасибо. Я могу тоже, да, сказать? Сам себе ответить на вопрос. Сам зачем себе? Ты себе? Да, нет, сам себе, да. Зачем я вам? Вы не поняли. Да, я вот вам вот зачем. Книжки не замой. Книжки, да. Все в книжке будет описано. Был такой тренинг, тоже сажали человека, и все там по кругу должны что-то там желать, ну, человеку. И я себя на мысли поймал, что я не мог. Вот тебе же не сложно там сказать, я желаю тебе счастья, чтобы у тебя все было хорошо, удачно. Это я сейчас так как бы научился, как песня там. А тогда я чувствую, у меня не выходит. Думаю, ну, можно как-то соврать, но будет неестественно. И вот у меня такой вот несколько секунд был диалог такой. Ну, интересный опыт. А сейчас, действительно, как бы, спасибо, пожалуйста, благодарю. Я так быстро, помнишь, тогда в душе-то там, спасибо чай, спасибо торт, спасибо шифу, спасибо место. Да, да, да. Это в Эльгена Менделеевска, да? Да, очень, очень хорошее такое позитивное мероприятие было. Как бы, вроде, я нашелся, ну, как бы, вернул себя себе, скажем так. Но, с другой стороны, мы никогда себя не теряем. И вот тоже, надо там с собой бороться, там, выйти из зоны. Как ты себя победишь? То есть будь собой, но вот там на визитке было, каждый день становись лучше. Да. Желаю вам лучше становиться. Да, мой вопрос. Я тоже ехал и хотел его задать в контексте всего этого. Так, пожалуйста, каждый, ну, по мере возможности, жизненная позиция. Можно я? Да. Есть такие сейчас... у нас явление как мессенджеры. Они в какой-то степени как бы богатство общения нивелируют, да, ограничивая его. Но если искать во всем положительное, то безусловно они дают возможность общаться с большим кругом людей. Да? То есть там в другом городе мы там родились там, служили там, там работали там. И вот есть в этих мессенджерах как бы шапка, вот как раз ты сказал, жизненная позиция. Да, вот, я как бы долго думал, и она у меня менялась. И вот эта фраза, которую я там написал, да, вот, она вот является моей жизненной позицией, как бы вот такой именно глубоко прочувствованной. И она формулируется так: любовь и благодарность. То есть все, что есть в моей жизни, я благодарю. Да, и любовь считаю главной ценностью этой жизни и стремлюсь к тому, чтобы как бы иметь такую характеристику себя, чтобы иметь возможность любить. Вот. И поэтому любовь и благодарность. Ну, это достойно аплодисментов. Кто хочет? Иван. Жизненная позиция. Я не знаю, как сформулировать, честно.
Ну, наверное, все просто, как бы, давным-давно, там, ну, может быть, не давным-давно, а не так давно для себя определил, что вот все, наверное, просто, да, там, в жизни. Чего ты хочешь от жизни, наверное, я бы так это сказал. Построй дом, вырасти сына, посади дерево, построй дом. Вот я примерно вот по этим стопам и иду. Ну, такая позиция. Угу. Вот, значит, дерево посадил, дом построил, сын в российской армии служит. Вот как-то так. И? А? Дальше чего? А дальше мне надо доремонтировать дом. И потом? А потом? Посадить другое дерево, да? Может быть, посадить другое дерево. Может быть, там заняться личным подсобным хозяйством. Может быть, ну, я это раньше говорил, может быть, вот начать делиться опытом, да, что я начал там, на фоне дзюдо, допустим. Вот. А посмотрим. Подтверждение пришло. Алексей. Жизненная позиция. Ну, наверное, разочарование у вас постигнет. Блин, он меня напугал. А тебя-то? Да, я тоже слышал, да. Думаю, вот хам-то. Блин. Ну-ка. Еще и ночевать останется. Да, искренне. 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 Все вот эти... Нет. Одному. В лесу. Хороший вигвам. Выживание. Никого не видеть. Ну, тоже хорошо. Позиция такая. А я тебе объясню. Орел живет 300 лет. Да? Допустим. Или меньше. Ну вот, историю такую читал. И у него когти. И наступает такой период, что он не может пищу, они отрастают. И ему нужно уединиться в горы, вырвать эти когти. И он какое-то время голодает. И через некоторое время у него отрастает новый, и он может новый цикл. Ну мы там не орлы, конечно, да? Ну почему нет? Орел. Орел. То есть ты, он чем? Обнуляется. Иначе... Он может на это не пойти, но тогда он есть не может и умирает от голода. Угу. А так он все равно голодает, живет один, но потом перезапускает. Да, это вот как бы есть такое дело. Такую историю я слышал. А моих рядом... Жизненная позиция. Всегда. Блин. Интересно. Ну, мне очень понравилось. Да. Как? Всегда. Вечность. Нет, вечность не хотелось бы, конечно. Потому что эмоции есть. Это всегда разве не вечность? Нет, всегда. Но всегда это не вечность? Я не знаю, что такое вечность. А что такое всегда? А помните... А всегда это, когда ты всегда ты готов и к хорошему, и к плохому, и к радостному. Всегда. Помните эту клятву пионера? Готов. Пионер! Всегда. Всегда готов. Всегда готов. Всегда. К чему? Ну, вообще, просто всегда готов. К победе, коммунизм. К делу, защиты... Коммунистической партии. Да. Партия. Вот, что хочется пожелать на прощание. По отношению вот к моей жизненной позиции. Почему меня навеяло? Я просто песню слушал из группы «Ноль». Помнишь, слушали тоже в молодости? И там такая песня была, что у одной женщины там была... Это ее такая жизненная позиция – регулярно вызывать милицию. Постоянно, регулярно, да. Это да. Вот. Только сам. И меня это вот поразило, и я как бы меня мысль зацепила, я думаю, блин, а вот какая у меня жизненная позиция на самом деле. И жизненная позиция у меня, конечно, да, она похожа где-то с твоей. Вот добро, любовь. Ну и с твоей всегда. Почему? Что касается, где-то вот есть и с Лёхой что-то похожее, но опять-таки в контексте любовь, добро и всегда, вот, может быть, где-то это все соединяется с Иваном, дерево, дом, дети, это тоже любовь, добро и всегда. Вот. Завернул, блядь. Всем угодил. Поэтому, главное,
на мой взгляд, нам пора, главное, чтобы нерегулярно вызывать милицию, понимаете? Жизненная позиция вообще. Ну, милицию главное. Сейчас вообще лучше не вызывать. Да, как ты, Влад, говоришь? Значит, как ты говорил, да? Всем до свидания. Лайки не надо ставить, комментарии не нужны. Вопросы присылайте, да? Да. Вот. Если кому было интересно, можете на самом деле оставить, да, свой какой-то, может быть, отзыв или что-то интересное. Но пока никто не оставляет, мы столько записываем. Мы только сами себя оставляем. Я оставил. Да, ты оставил. Мне один из Йошкар-Олы или Улан-Удэ, мой приятель, он мне периодически звонит и говорит: Ром, каждый раз смотрю ваши новые выпуски. Так хочется к вам туда. Мне так не с кем здесь поболтать. Я говорю: ну приезжай всегда рады. Он говорит: вот никак не жду момента. Это просто народ не смотрит. Нет, я сам пересмотрел, мне очень понравилось. Мы сами, я смотрю, там 6 просмотров, думаю, я 3 раза посмотрел, и ладно. А я еще не успел. Нет, это надо дозреть. Даже когда мы сами смотрим, надо самим нам поставить лайк и какой-то отзыв. Интересная беседа была, мне понравилось. С вами был Роман, Влад, Рустем, Алексей, Иван. Снова всех запомнил. До новых встреч. А вот отчество людей ты запомнил? Конечно. Давай. Давай. Рустем Шамильевич, Роман Георгиевич, Влад Владимирович. Нет. Алексей Борисович. Иван. Иван. Ты соглашайся. Иван. Иван. Александрович. На перепутал. Да. Илья Владимирович. Владимирович Александрович. Александрович. Ну просто пока бежал, это Алексей... нормально. Борисович. Песня есть такая. А как его по отчеству? Это я не знал. С кем квасом торговал?